5 января в России отмечается День Татьяны, День российского студенчества. Древняя традиция празднования Татьяниного дня ведется с 18 века. От всего сердца мы хотим поздравить всех Татьян. День Татьянин наступает, снег в ладони насыпает. Поздравляем мы тебя, восхищаясь и любя. Мы желаем быть всегда лучезарной, как звезда. Живите без ненастья, не ведая невзгод. И пусть большое счастье вам праздник принесет. Поздравляем!